Образ тающего снега. Когда страдаешь ты от мук невыносимых, в уме должна возникнуть драгоценность бодхичитты. Когда грозит опасность, люди первым делом глаза свои руками защищают. Какая бы опасность ни возникла, храни ум бодхи, как зеницу ока. Куда б ни взглянул, смотри с бодхичиттой. О чем бы ни думал, думай с бодхичиттой. Чтоб не сказал, говори с бодхичиттой, но чтоб не медитировал, медитируй с бодхичиттой. Своего сердца шлю их тебе, мой друг Бодхарме. Быть может, ты их смысл откроешь.